за микрорайоном, на краю помойки, супер-дискотеку строила братва. И когда настало окончание стройки, пригласили мэра. Мэр сказал слова про досуг культурный и про меценатов, типа молодежи надо отдыхать. Ну и взрослым тоже расслабляться надо. Тут все оживились и пошли бухать. Публика почище в отделение ВИПа с осетриной, водкой, баней и бледьми. Ну а молодежи бар дешевый типа, танцы со стриптизом и с диджеями. Выпили по первой, по второй махнули, жахнули по третьей, тут приехал поп. Ах вы, бусурмане, празднуете хули, парни осветили маму вашу в лоб. Урки обоссались, извиняться стали. Батюшка, простите, что не дождались. Дали ему водки, денег насовали, вывели на дансинг. Батюшка, молись. Батюшка кадилом помахал немного, пробубнил молитву, окропил углы, вышел к микрофону, попиздел про Бога и вернулся важно уркам за столы. Все-то вы спешите, чадо мои, чадо. Чуть не позабыли Бога в суете. Где тут у вас банька? Разгореться бы надо. Телки у вас те же? Не, вообще не те. Ну-ка, Магдалина, подержи коленек. Ох, уж от тебя я в баньке отдеру. И пошел пластаться с девкой поп за денег, щекоча ей тланью бритую дуру. Подойдя к девицам, покрутив им вымя, с самой толстожопой удалился мэр, а его помощник отвалил с двоими. Многие бандиты взяли с них пример. «Хай, моя Кришна! А цыгане где же?» — хлопнулся на полку главный уркаган. Тут глава УБЭПа стал снимать одежду и сказал: «А ну-ка, дай сюда цыган!» Что ж до развлечений публики попроще, то и там под танцы бойко шли дела. Девки с пацанами баловали в роще, что возле помойки чахленько росла. Много той ночью целок поломали, и по морде тоже кто-то получил. Но искать виновных стоит здесь едва ли. Бог такой порядок нам установил. Он придумал танцы, он придумал пиво, девичью игрушку тоже сделал он. А теперь, кто слушал, раздевайтесь живо. Здесь у нас не церковь, здесь у нас притон.